Видите, видно, явно идут стены вниз, видите, каналы, видите. Видите? И там, посмотрите, впереди. То есть идет вниз стена. Извините, я в очень неудобном положении. Вот. И явно тут все идет вниз. Подождите, я. Извиняюсь, я просто посмотрела, но видно, что, в общем, ребята, вот это вся, вот это все идет там вниз, понимаете, вот это вся площадка, потому что, ну, видно, что идут арки, видите, видите, идут арки около, то есть это вся площадка тут, вот вся это там идут строения, понимаете, там идут строения, и это просто... Как они говорят, что это домики, на самом деле это вот так вот идет стена, крепостная стена, понимаете? А что у нас вот где в траве? Вот тот, кто проводит геолокацию, знает, что там под травой, понимаете? Не зря здесь оставлено пустое поле, ребята. Не зря, тут, наверное, пустоты, блин. Понимаете, как, мол, земля, так можно, мне кажется, провалиться, если здесь ходить. Фиг знает. Во всяком случае, если не трогать, потому что, видите, и так стоят балки вот эти, да? То есть это... Там что-то там под землей, короче, есть. Ладно, я не пойду отсюда, не хочу я больше. В общем, вы поняли, да? Смотрите, я вам покажу еще раз вот это 600 лет, вот, понимаете? 600 лет, понимаете? 600 лет. Как вам? Нормально это? 600 лет звучит. Да. Это, конечно, вообще просто, ребята, шикарная, просто виды шикарные. Так, я уже очень много сняла, это у меня уже пошло новое это. Я его сейчас ставлю как рекламный, кстати. Это я в Чертоза де Павия, который я обещала уже 3 месяца доехать, но никак не доезжала. И вот, наконец-таки, я здесь. И здесь, ребят, вот это, где мы стоим, вот это 650 лет, понимаете? Вот как они говорят. Просто официалы, да? Вот, верьте, хотите нет, называется. Так. Да. Это фонтанчик. И вот это тоже, вот, пожалуйста, тоже 650 лет, понимаете? Вот этому. Вот тут вот опять странное. Странная штука над спасителем, так сказать, наших душ. Господи, как хорошо здесь без никого. Ну и вот наши змеи. Так, ладно, я это пущу еще как видео. Ну и все равно мне сегодня тут много нужно будет соединять, конечно. Вот эти, и посмотрите, везде дракончики у нас, посмотрите, да, смотрите, вот видите, блин. Видите, везде рыбок, дракончиков, непонятно что. Я без палки, так мне неудобно, очень неудобно, но может, можно было бы уже палку и надеть, но я уже, знаете, увлеклась, как бы, поэтому вот эти звезды, видите, везде, звезды змеи, видите. Везде, везде. По всей этой, видите, по всей. Смотрите. Ребята, 600 лет. Больше 600 лет, он сказал. Вот. Дракоши. Видите, дракоши. Вот. Дракоши. Как там глубина? Не видно глубину, ладно. Ну, кирпичи, да, здесь огромные, ребята, кирпичи огромные. Ой, ладно, это я выключу. Кирпичи огромные, посмотрите, я спокойно хоть кирпичи рассмотрю. И галечка наша, дорожка идет, вот видите. Посмотрите, кирпичи.
там 600 лет. То есть мы хотя бы узнали, сколько лет кирпичам. Посмотрите, идет, видите, наша дорожка. Так что это не только в парке, плюс вот эти вот штуки. Вот. Хочу посмотреть на эти 600-летние вот эти творения. Да, вы понимаете, что 600 лет яйца, что там 300 лет назад яйца. Ну, то есть один и тот же рисунок на протяжении 2000 лет. Вот это никто и вопрос не задает вообще. Да, то есть у наших, получается, за 2000 лет вообще никак не работала эта фантазия, как он говорит, у него фантазия. Фантазии не было никакой, потому что, извините меня, что у нас римского периода 2000 лет назад, что 300 лет назад один и тот же идет рисунок. Яйцо, всякие листики, всякие змеи, всякие винтиплюшки. Вот. А нашего, от наших ничего, ничего. Так, я, пожалуй, одену сейчас палку, потому что мне уже надоело это. Все равно на меня все плюют, как бы делают, что я ничего не делаю. Вот, поэтому сейчас я чуть-чуть потрясу, но ставлю хотя бы, что лучше я больше сделаю. Посмотрите, я хочу вам показать мозаику. Посмотрите, мозаика, рисунок, посмотрите. Вот, посмотрите, здесь вообще. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, просто вообще, посмотрите, какие. Здесь такой холод. Посмотрите, какой рисунок на полу. Это все мозаика, ребята. Это все с мозаики вытащили. Выложили, то есть. Посмотрите, что это вообще. Как круги на полях, да? Заметили? Круги на полях. Вот, посмотрите, потолок. Посмотрите, потолок. Все в арках. Арка с арками внутри арки. Посмотрите. На картинах золотые ракушки. Видите? Просто. О, вот она, ребята. Вот она. Наша ультиматина. Номер 20. Вот так вот. Вот он Иуда, видите, мне кажется, вот он. А смотрите, видите, этот Иоанн Батист, или она же Магдалена с этой стороны. Ну правильно, Иуда, он же Скорпион. Вот. И еще тут есть другие люди, но факт то, что есть еще одна ультиматчена, последняя Таня Вечера. Ну как же было без нее, понимаете? Как же было без нее? Вот. Так что, ребятушки, написано не снимать, но я снимаю. Поглядите, какие рисунки здесь сложные, посмотрите. Это все из дерева, посмотрите. Просто. Это вообще просто огромный зал вот этих вот деревянных сидений, понимаете? И здесь дикий холод, ребята, дикий холод просто. И там везде гра и кра. Везде гра и кра. То есть кар и гра. Смотрите, Мадонна сейчас я поверну вот так вот. Главная капсула, ребят. Посмотрите, там какое вообще, да, строение внутри. Не доводится она, смотрите. Все наводилось до этого.
А это не наводится, ребята. Посмотрите, ракушки. Не наводится, смотрите, первый раз не наводится. Вот эта трибуна, тут что-то есть, понимаете? Тут ничего не наводится. Ну вот, смотрите, там тоже не наводится, блин. Что-то в руках держит. Яйца. Да, конечно, они не видят, что это все не похоже вообще ни на что человеческое. И это людям нормальным невозможно было сделать. Невозможно. Просто ракушки, да. Ой. И вот каждую колонну, видите, вот ребенок такой. Мол. И не наводится просто. Ладно, не буду я тут как бы богохульничать. Еще раз покажу вам пол. Понимаете, пол гораздо интереснее, чем это. Посмотрите. Просто круги на полях. Видите? Просто вообще это все мозаика. Поглядите, как тут вообще шутка. Это холод собачий. Вот тут, где я стою. Собачий. Да, тут портал на портале вообще. Мне казалось сейчас, что я одна вообще нахожусь. Тут люди. А я-то где? Куда мне выходить, блин? Я теперь раз потерялась. Закрой дверь. Меня закрыли, ребята, понимаете? Просто. Меня закрыли. Придется ждать, когда откроют. Блин. Он идет сюда. И куда-то сейчас нас выведут. И можно будет выйти в итоге. Сейчас он откроет. Мне так стыдно вообще. Я тогда такая осталась. Снимаю мой фильм. Покажу вам, сейчас он будет рассказывать тоже про, значит, сейчас покажу вам на стене. Thank you.
Снова сейчас нам втирают. Блин, я уже хочу выйти отсюда, блин. Хочу побегать на 3 капсулы. Вот это вот тоже интересно смотреть на этих пилатов, этих римских, на сапоги на их. Это что за с мерзким лицом стоит? Это понимаю, Понтий Пилат или кто? Ну тут как-то ничего особо нет, но у них тоже какой-то факел, да, какой-то белый факел. Видите, белый факел, смотрите. А кадеты, посмотрите, да, вообще просто. Рейтузы, вообще всякая разная одежда. Хочу вам показать на эту, смотрите. Крыльями. На ней дракон. Видите? И теперь 3 пальца, видите? Я не обращаю на это внимание. Это чисто масонский знак, видите? 3 пальца. Там паук, сейчас вам покажу паука. Огромнейшего, смотрите. Масенький. Тоже видите, видели, да, какой факел белый? И тут тоже что-то такое вот прослеживается. Какая-то штука, видите? Понятно, что. Да. Очень интересные все-таки вещи у них. Смотрите, все цветные. Кольчуги с рубашками, посмотрите. То есть, ну, вообще, одеты богато. Вот. Рубашка, видите, тут тоже. Смотрите. Сейчас покажу вам еще этого. Тошна от такого маленького вот так вот сделать. Смотрите, майя какая-то, майя, видите? Там уже было написано майя. Это вот этом 600 лет, ребята, вот этим рисункам. Кажется, что они вчера были сделаны, да? 600 лет, понимаете? О, наконец-таки я туда зайду сейчас и выйду наконец-таки отсюда, потому что это невозможно. Я уже не могу. Понимаете? Еще раз хочу дать понять вам, что это, ребята,
650 лет просто, понимаете? Как они... О, Мадонна Мия, понимаете? То есть я вообще валяюсь, я валяюсь. Всякие, чё, каких только скоб нету, каких только нет скоб, да? И такие, и сякие, смотрите. Скобы везде вообще. Ребята, монастырь зашкаливающий. Заметите, что здесь практически все наводилось, кроме как вот в той комнате, которую он сейчас закрыл. Смотрите, он закрыл ее, ребята. Понимаете, нельзя было туда заходить, но я опять проникла. Про меня забыли, заметили? Моя группа, я не с моей группой сейчас. Моя группа вышла, меня забыли. Меня просто закрыли здесь в монастыре, блин. То есть выходить-то где? Я хочу выйти отсюда. Выходить-то куда? Давайте тогда ладно здесь, что ж поделать, раз уж застряла, то надо поработать. Давайте статуи посмотрим. Ну, во-первых, посмотрите, ракушка опять. Видите? Ракушка. Что он там? А, чипку держит. Или что? Нет, не чипку. Это кажется, что чипка. Ракушка, естественно. То есть, смотрите, при всем том, что так богато одет, а на ногах у него получается ничего, видите? Туда идут, посмотрите, колонны вообще, посмотрите, ребята, просто колонны, посмотрите. То есть прикиньте, какой здесь внутри. Внутри здесь вообще такие. Посмотрите. Колонны. Это все колонны. Вот видите? Они закрыли, посмотрите, какой решеткой. Чтобы особо не смотрели. Видите? Видите, лев какой-то. Видите? Смотрите, лица. Называют, где монастыри, так что караванли, мы ездили в действующий монастырь, понимаете? Что там скрывают, что там скрывают? Что скрывают колонны, да? Смотрите, вообще огромное количество колонн, наверное, метров 200.
наконец-то вот хочу показать, да? Каргокульт ваш. Это, значит, часто бывает на одной стороне вот такой вот, с таким каргокультом. А на другой стороне, посмотрите, с такой шляпой. То есть полой. С полой. А там, значит, смотрите, тарелка это. Видите? Видите, тарелку держит. Уши у него вот так вот. Это очень интересно. Держат они тарелку, посмотрите. Ребята, тут все раскопки, понимаете? Раскопки. Все раскопки. Какой интересный. Слушай, они его достали вообще. Просто. Интересно, колодец. Тут вообще интересно, понимаете, что это? Так, надо не отставать, а то меня тут закроют, блин. Посмотрите тут. Смотрите, тут видите, смотрите это. Раскопки, видите? Смотрите. Смотрите. Это явно древнее что-то. Видите, мрамор. Мрамор. Это просто. Поглядите, поглядите здесь что. Смотрите. Стены, да? Просто. Смотрите, печка, блин. Тут явно какой-то завод древний, блин. Поглядите, какие кирпичи огромные. Смотрите. А внизу, посмотрите, огроменный. Огроменный кирпич. Огроменный кирпич, ребята. Посмотрите, какой кирпич. Обалденный, огромный кирпич, ребята, просто. Слушайте, надо от них не отставать, потому что я боюсь остаться одна. Посмотрите, какие штуки здесь. Колодец мраморный, это все мраморное, кстати. Просто, поглядите, эта штука тоже. Это все древнее. Они тут выдают нам за средние века. И это, посмотрите, вот эта штука, это что? Это явно идет вниз, понимаете? Вот, смотрите, этот мрамор. Видите? Так, надо впереди них идти. Посмотрите, какие тут эти. Туда, видите, идет. Посмотрите. Туда идет. Туда, видите? Вниз идет. Пеньки идут. Короче, все очень-очень даже интересно, понимаете? Поглядите, поглядите, какой колодец. Посмотрите, посмотрите. Посмотрите. Жалко, нельзя снять это. Потому что я боюсь, что меня тут закроют сейчас, понимаете? Останусь я тут.
No, vedi che non è uguale, mamma. Non è uguale, sì, è uguale. No. Che picci? Короче, античная здесь, все античное. Посмотрите, какая дверца, да? Не знаю, не знаете, вот страшновато я боюсь, знаете, когда меня закрыли вот там вот, и моей группы не было. Посмотрите, какой камин, да? Мне страшновато стало, знаете, потому что здесь вот, если меня закроют, вот такой челли, блин, то фиг меня откроют потом, понимаете? Челла это эти комнаты, эти капсулы. Ой, мама меня как спала. А у меня еще этот флеш. Господи, верьте, я кто-то хуйню, блин. Видите, вниз идет. Видите, стена идет вниз. Я уже откровенно снимаю вообще кирпичи, стены. Но все-таки надо идти за всеми, потому что я не хочу. Посмотрите, дырки там, дырки туда, видите? Видите, дырка туда идет. Дырки туда идут везде, по всей стене вниз. Понимаете? По всей стене. Хоть бы проверил, кто остался, потому что такая, как я бы там начала бы камни снимать, блин, меня закрыли бы, понимаете? Ладно, ребятушки, как это, oltre che bello, oltre che bello. Тут тоже молится без ног, кольчуги. Фрески на стенах. Знаете, у меня уже все. А у меня нету ничего, нет денег. Положить вон 50 евро. Танцы. Скуза. То, что я делаю видео, это он не понял. Думаю, что я фото делаю. На самом деле я видео делаю. Блин. То есть я ему должна была больше дать, понимаете, ребята? В общем, пока я выключу, потому что он только сейчас понял, что я с включенным этим. Я не знаю, понравилось ли мне то, что он как-то вроде улыбающийся, но в то же время говорит, сколько ты их сделала? Так, ребята, погода вообще разгулялась, уже очень тепло. Сейчас я вам хочу снять еще кое-что. До того, как 33 минуты. Посмотрите, какие переделки тут. Смотрите. Глядите, какие вставки. Ребята, надо все быстро. Не могу я. Вы уж сами тут. Потому что... Смотрите. Я бы сейчас ему сказала, да, я вообще 3 часа уже снимаю видео. Ну что делать, ребята? Вот такая работа блогера, понимаете? Приходится идти на риск, снимать нагло. Они уже тоже сначала не телефоны боялись доставать, сейчас уже все ходят, ну, делают фотки. Вот. Ну, а девушка Роза фотографирует, понимаете? Ну, Роза тоже вот красиво, ну, что поделать. Кому что, понимаете? Мне не дорога. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, видите, опять. Видите, идет подземный этот. То есть это идет по всему. Так, покажу вам колонны.
Вот эти. Видите? Туда идет, естественно, ниже все. Там идет колодец, вот видите. Ладно, все, надо выходить. Не могу больше снимать. Посмотрите, вот здесь вообще просто нескончаемо, ребята, нескончаемо. О, это вообще. Ведь, ребята, люди не просыпаются. Вот сейчас у них была возможность, понимаете, они же видят, что я снимаю не то, что снимают все, да? У них была возможность подумать, а типа, что это она тут... Что она тут снимает, да? И задуматься немножко над чем-нибудь, блин. Но они нифига, они вот идут между собой, и детям объясняют всякую ерунду. Вот смотри, здесь они ели, тут... Смотрите, треугольник наш пространственный, да? Так, опять я сделала больше 31... А, так у меня 33 же. Ой, не надо мне никакого не бутса. Ну, я выйду. Фу. Короче, ребятушки, пока я прекращу, сейчас я вам напоследочек сниму вот эту дверь. В общем, мы там, меня еле-еле меня закрыли, меня хотели закрыть, понимаете, уже туда, в этой нашей чертозе. Но, слава богу, я вышла. Вот я здесь стою на площадке на этой. Все, я сняла. Все препоны я преодолела, короче, и снимала нагло то, что нельзя снимать. И вот посмотрите на огромное количество гальки. Вот. Ладно, ребятушки, пока я с вами прощаюсь. Потом снова подключусь. Ну и потом буду монтировать все это великолепие. Поэтому пока-пока.